Всем доброе время суток. Сегодня в городе Эл-Азики я побывала, значит, в магазинах, в торговых рядах, где продаются, ну, одежда там и все остальное. Зашла в Вайкики и кое-что взяла. Что я взяла? В Вайкики я взяла футболку. Футболку для сына. Такую футболку. Он хотел болотного цвета как раз. Я ему вот такую вот, без надписи, без ничего. Значит, в Вайкики сколько тут? Вот. Стоит он 130 лир. Турецких лир. Вот. А дочке я взяла красного цвета, вот такой вот, красный цвет, и Нью-Йорк она любит, значит, Нью-Йорк, вот, тоже взяла в Вайкики. А себе я взяла вот эту вот кофточку, такую белую, к лету, с горошкой, там коричневыми точечками, ну как горошек, да. Вот три футболки как бы взяла себе, сыну и дочери. Так, а еще взяла себе тапочки, вот такие тапочки, вот они, вот они. А затем у меня уже волосы, хочу цвет чуть-чуть поменять, посветлее сделать, вот такую вот краску взяла. Лореаль. Это золотистый кофе. Цвет такой. Ну, затем пудру взяла себе. Бижутерии. Это дочки. Дочки вот это вот взяла. Вот такой вот жемчуг здесь. В общем, такая вот бижутерия. Она что-то у меня сейчас связалась как-то. Вот. И еще... Вот такую вот взяла. Ну, это я себе взяла так, с буквой R. Рано, да? И заколку взяла. Заколка у меня сломалась, когда я ехала в автобусе. Такую заколку взяла себе. Вот это вот сегодняшние мои покупки. Сейчас я вам покажу видео, где я побывала, ну, где я гуляла. Улицы, магазины, Вайкики. Потом я покушала там, зашла в такое маленькое кафе, поела кофте. Я ни разу не ела кофте, как слышала много раз вот, турецкую еду. Не кофта именно не пробовала. Ничего. Это как бы котлеты, оказывается. Котлеты, но в мясо не добавляется, я так поняла, хлеба там, нет муки там, я не почувствовала. Вот, такое мягкое, в общем, вкусное. Вот это вот сегодняшний мой день. Ну, вечером выйду еще прогуляюсь, мороженое там поем. А сейчас давайте смотреть Эл-Азик, торговые ряды, улицы. Хорошего вам просмотра! Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала и мои ученики. И зрители, те, которые еще не подписались, подписывайтесь, кстати, на мой канал. Так, я иду сейчас на базар.
Ну, по-турецки это чарши, по-узбекски это чарсу, как бы базар. Улицы города Элазика. Пока будем идти, будем смотреть на эти улицы. Давайте. Будем смотреть. Так вот, здесь мука 5 килограмм, 5 килограмм, 53,50 копеек, 50 турецкий хлеб, 50 копеек, 5 килограмм муки. Красный зеленый, перекли он. Давайте посмотрим для печенок, что тут есть. Вот ванилин. Разрыхлитель тоже. В общем, много чего. Так, это, по-моему, мороженое. А, это крем. Для крема. В общем, вот эти цены. Кто понимает турецкий, будет читать для себя. Делать. Здесь томат. Томат это, да? Томат. А вот это болгар. Подсолнечное масло. Подсолнечное масло. Вот это подсолнечное масло, смотрите. Так, 1 литр. Сколько? 37 ТЛ, 50 копеек, да, получается. Потом есть масло, кукурузное масло, вот. И еще у нас тут масло зайтуневое, оливковое масло, вот. Это вот оливковое масло, масла. Ох, тут разновидностей много, потому что в Турции оливки растут. Они растут в южной части Турции. Себе краску, я думаю, вот это возьму, вот это вот, я попробую покрасить, хотя у меня черные волосы, и посмотрим, что получится. Так, мы вышли с этой улицы, по-моему, с этой улицы мы вышли, вот здесь вот я увидела более-менее такое высокое здание, вот. Так, дальше идем по этой улице. Идем по этой улице. Вот. Зайдем в магазин Эва. Эва. Вот. Здесь косметика. Лореаль. Ну-ка я здесь посмотрю. Лореаль. Леска. Спасибо. Здесь машин много. Такие вот автобусы ездят.
иду по торговым центрам, смотрю на цены, на вещи. Но вообще-то мне нужно это, заколка, я свою заколку сломала, она сломалась, когда ехала сюда. Вот, хочу купить себе заколку для волос, а то волосы падают, не могу собрать волосы. Вот. Здесь интересные такие торговые ряды. Филипп Мясо. Магазин электроники. Вот сзади меня, видите? Обувь хочу смотреть. Я зашла в обувной магазин. Мне интересно посмотреть обувь. Так. Такие обувь кожаные. А цены где тут? Цен нет. Вот турецкая обувь. Только цен здесь нет. Так, я смотрю футболки. Эти большие. А, вот. Вот этот цвет моему сыну нравится. Я думаю, вот это вот я возьму. Сколько он стоит? 130. 130. Да, 130. Эле. Так. Он зеленый цвет хотел. Вот здесь зеленая вот рубашка такая. Нет, это не пойдет. Я еще видела. Вот здесь я видела. Вот это. 150 лет. Но это большая. Толка она большая. Здесь есть футболки. Вот еще. Это рубашка. 230 лир. Ну, тоже ничего. Такая вот футболка. Вот такая футболка есть. Сколько? 180. Где я еще видела? Здесь зеленый болотный цвет видела. Вот она. Это рубашка для больших. Ой, это вообще большая. Сколько это стоит? 170. Брюки. Брюки 32. 360 джинсы. Что-то интернационал, что-то такое. Ничего тоже цвет. Ну, не болотный цвет. Мне нужен был болотный цвет. Смотрите, такое платье. Здесь красное такое платье. Я люблю красный цвет, но... Синяя тоже есть.
Ой, красивые. Смотрите. Да. Здесь я видела вот, вот эту я возьму. Вот такая футболка. Видите? Красота. 130 кг. 130 кг. Вот такие рубашечки. Сколько он стоит? Цена. Папа, цена. 200 лир. ФБ. Здесь разные накидки. Вот это вот. Красиво. Сколько она стоит? 300 лир. С накидкой. Красота. И отдыхать и загорать в нем можно. Красивое платье. 300 лир. Гузаль? Гузальмиш? Чароли? Бу? Бикадамарнике? Так. О, это что, купальник? Это купальник. Сколько это купальник стоит? Сейчас посмотрим цену купальник. Цена какая? О, 500 лир. Этот купальник 500 лир. С юбочкой, что ли? Да, с юбочкой. Да, хороший купальник. 500 лир. Так, это что? Это у нас рубашечка белая с этими вышивками. Стоит она сколько? 48, 360 лир. 360 лир. Это тоже красиво. Вот. Мне этот купальник понравился. Может быть, потом возьму. О, что-то за платье такое черное. Ну, это на пляж, может быть, одевать. Это что такое? Это накидка. Ну, это со штанами. Это сколько? Ой, не знаю, ценника не вижу. А вот. 811 лир. Это значит, здесь штаны и верх. Вот. Вот такой. 800 лир. Ой, не могу повесить. Ой. Все. Так, здесь что у нас? А это сколько стоит? Ой, красивая такая штучка.
их называют домуш. Маршрутки их. Видите? Такая вот площадка такая большая. Вот они все стоят тут, эти машины. Бухурят майдана и кяна. Саат вор бирда. Это площадь Хурьят. И часы тут. Часовники, как называются. Пойдем сюда. А здесь такая мечеть красивая.